Есть такое ощущение, что ты живешь реально в каком-то постъядерном мире. Не сообщен ни с чем же ты. По этим дорогам ты никуда не уйдешь. Ты это прекрасно знаешь. Да, он выглядит как мираж. Какой-то такой космический город. Да. Город-воронка, про него еще говорят. То, что он затягивает людей. Пустырь, тундра. Очень страшно было, больно. Ничего нигде нет. А шли женщины пожилые и говорили мне: не бойся, больше месяца не проживешь, умрешь. Тут невозможно жить.